8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верности. Семья – главная ценность любого человека. Это крепкий дом, это дети, это внуки, это наша поддержка и опора. Это самое дорогое, что у нас есть. Крепкая, дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. Семья – хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Главное назначение семьи – вырастить детей, дать им достойное образование. Особые слова благодарности и признательности сегодня хочется выразить нашим многодетным семьям с приемными детьми за щедрость души, за родительский труд, за терпение и заботу. Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые друзья. Берегите свои семьи. Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности. С праздником!